Доброе утро, мои дорогие. Сегодня воскресенье, 15 июля. Вот и середина лета. 7:30 утра. Я иду в магазин. Скажут, что такое рань? Ну, во-первых, не жарко. А во-вторых, у меня сегодня гости. Тут в Черноморском отдыхают подписчица моя с семьей. И вот они собрались приехать ко мне в гости. Купить чего-нибудь к чаю. Вот это очень странный дом. Они решили уйти в землю. Мне сказали, что они какие-то ядовитые. Но красивые. Ой, вот вроде симпатичное растение. А на самом деле это душит растение. У меня он на участке. Я с ним борюсь. Победить не могу. Обвивает все. Не хочешь? Чтобы сразу все получилось, так не бывает. У меня во всяком случае. Ну вот, мой космонавт на месте. Пролетает над землей. Так. Привет. Смотрите, какая выросла. Прям на трех ножках. Вот Ире подарю, сейчас приедут, я им их подарю. Ягоды увидела, как рассказывала, как они... А это оказался такая маленькая. Нет. А потом говорит, ягоды. Первый опыт. Здесь же постановочек. Здесь... Так что сложилось, посмотрели. Могу тебя показать. Освоился. 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 Освоился